В сравнении с прошлым годом количество пожаров снизилось порядка на 9%. Об этом сообщили на заседании правительственной комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности. Так, за 9 месяцев текущего года на территории республики зарегистрировано 667 пожаров, а за аналогичный период прошлого года их количество достигло более 700. В этом году материальный ущерб составил более 30 миллионов рублей. При тушении пожаров подразделениями пожарной охраны спасены около 200 человек и эвакуированы 1000. Основным местом возникновения пожаров по-прежнему остается жилой сектор. Основная причина таких пожаров – низкая обеспеченность зданий средствами обнаружения и оповещения о пожаре. При общей тенденции в республике на снижение количества пожаров и гибели людей, ухудшение оперативной обстановки у нас наблюдается в 8 районах республики. При этом значительный рост количества пожаров отмечается в 4 районах. Это в Горном районе рост наблюдается в 2 раза, Чурапчинский на 75%, Алданский на 5,5%, Тамбовский рост на 16%. Из чего также следует вывод, что проводимая работа по предупреждению пожаров и их последствий в данных муниципальных образованиях организована недостаточно эффективно.